75 чего? Коробок, канистр. Коробок. По сколько канистров каждый? Объем какой? 4. Ключ вытаскивай. Так, понятые. Выходим, выходим. Так, Ибрагим, на камеру просто поясни, кому принадлежат данные ящики. Не знаю. Что в них находится? Спирт. Здесь что находится? Спирт. Спирт? Кому это принадлежит? Не знаю. В погрузке ты участвуешь? Нет. Что находится в красном контейнере? Спирт. Кому принадлежит? Кому принадлежит данный? Хорошо, спирт. Кто сюда имеет доступ, кроме тебя? Все. Хозяин. Хозяин? Понятно. Давай, открывай. От синего контейнера две ключи. Так, на этом складе понятые. Это ваш дом? Да. Прилегающая территория тоже ваша, придомовая? Да. В складах что хранится? Спирт. Спирт. Вам принадлежит? Да. Вам приобретен, вами приобретен, там находится? Да. Спирт приходит, полканистры приходится, две полканистры есть. Делаешь одну из них. С какой целью? А? С какой целью? Так же продаете. А кому продаете? Кто приезжает, я же не спрашиваю. Клиенты постоянно у вас уже? Ну, всякие клиенты.
Есть только 10-литровки и такие 5-литровки, да? Ну, наверное, 5-литровки все. Даже? А, вон. Это тоже нормально будет. Конечно, объемчик. Реально объем. Чуть-чуть не перенесли.